Большой-большой привет, меня зовут Юля, я рада видеть вас на своем канале. У нас сегодня будет обзор на кофемашину Krups. Модель я подпишу в названии видео и под видео, так как я уже точно не помню, какая модель. Я помню что-то связанное с Rio, по-моему. В общем, в названии видео я подпишу, потом посмотрю на коробке. Меня уже давно просили снять этот обзор на кофемашину, и я все время как-то откладывала. 2 месяца назад мы приобрели эту машину, и я, конечно, не могу на нее нарадоваться. Она варит превосходный просто кофе, она варит несколько видов кофе. У нее вот такой капучинатор, то есть он не отдельно идет, а вот такое. Кому-то это удобнее, кому-то это неудобнее. Мне, например, это удобнее тем, что я могу его снять и промыть хорошо. Когда капучинатор идет с проводом, там немножко другая система и немножко по-другому все там, ну, более сложно, так скажем. Здесь мне удобно, в принципе, вот этот капучинатор. Дальше. Здесь опций у нее, в принципе, не настолько много, но под себя нужно обязательно подстраивать, регулировать, чтобы вы уже варили и пили кофе тот, который вам будет по душе, так как можно варьировать крепость кофе, можно варьировать объем, сколько будет кофе у вас. Вот это вот все регулируется. Можно 20 грамм сделать, 120. Ну и здесь тоже деление, тоже она наливает, в общем, по граммам. У меня стоит 220 грамм. И если еще я делаю кофе капучино, то я еще дополнительно доливаю молоко. Получается как раз 250 миллилитров. Вот такая вот чашечка получается целая кофе, если еще с молоком. Если без молока, то она получается, ну, не до верха. В принципе, устройство очень легкое в работе. Сейчас я все покажу, сделаю кофе, наверное, сделаю капучино. Можно сделать эспрессо, я часто пью эспрессо, просто не делаю никакой капучино. Здесь отсек, куда засыпаете кофе. Здесь вы регулируете степень помола. У меня стоит средняя, но мне нравится и мелкая. Но на мелкой степени помола, если у вас стоит машина, то может быстрее забиться, в общем, она. Поэтому у меня стоит средняя степень помола. Сзади кофемашины есть вот такой резервуар под воду. Я сейчас его как раз долью. Здесь у меня стоит на минимум. Нужно, ну, хотя бы на пару чашек, чтобы вот так вот было. В кофемашину я использую всегда только фильтрованную воду. Далее мы включаем кофемашину, просто нажимаем на кнопочку, и она начинает мигать. После того, как она остановится, можно будет уже делать либо капучино, либо эспрессо. Это то, что вы уже хотите. Я буду делать капучино. Я уже достала из холодильника молоко. Нужно использовать желательно прям холодное молоко и ультрапастеризованное. Но у меня дома вот такое есть молоко Савушкин. Я буду делать с ним. После того, как огонек перестает моргать, мы, если будем делать капучино, то нажимаем на эту кнопочку. Если мы делаем эспрессо, мы сразу нажимаем на кружку, и здесь меньшая степень крепости и большая степень крепости. Машина сама берет 6 грамм кофе на одну порцию, но если у вас больше степень крепости, она возьмет больше. Я обычно пью первую степень крепости. Просто. Сейчас опять моргает кнопочка, так как я включила функцию капучинатор, и сейчас она все загрузится, перестанет моргать, и будем уже взбивать молоко. Все, можно уже взбивать. Молока я наливаю примерно 30 миллилитров, и сейчас покажу, как я взбиваю. Чтобы взбить молоко, мы снова нажимаем на эту кнопочку. После того вот это взбитое молоко ставим, ну, в основной отсек, опускаем и включаем, ну, я ставлю первую степень крепости. Сейчас кофе будет мало. И все, наш капучино скоро будет готов.
Все, машина завершила работу. Еще пока она мигает. Сейчас она будет прочищать вот эти вот все свои сопла и будет уже выкидывать жмых от кофе. Сейчас я тоже вам покажу. Жмых от кофе собирается здесь, так как жмых горячий. Сейчас я вытащу вам его, покажу. Можно использовать в ванной в виде скраба, просто замечательно. Вот такой кофейный жмых получается. Он выходит в круглых, в виде круглых таблеток, просто он раскрошился, так как у меня стоит еще средняя степень помола. И просто в ванной вы используете его вместо скраба. Натуральный кофейный скраб. Что может быть лучше? Кожа очень гладкая. В общем, мне нравится. Я так его, в принципе, и использую. И вот такой вот кофе капучино получается. Я думаю, вы видите вот эту воздушную пенку. Она практически вообще не оседает. И можно размешать, если вы хотите. Но я люблю пить прям так. Добавляю еще одну чайную ложку сахара. Сейчас буду наслаждаться вкусным, натуральным, свежемолотым, свежесваренным кофе. Я очень люблю свою кофемашину. Она прям моя палочка-выручалочка по утрам, потому что этот кофе намного отличается от растворимого кофе, который мы всегда пили раньше. И этот кофе гораздо-гораздо вкуснее именно по вкусу. То есть это различимо прям мгновенно. Я уже попробовала много разных видов кофе и пока что ищу прям идеальный свой. Дальше буду тоже пробовать кофе, но пока вот так. Так что надеюсь, что вам мой обзор понравился. Эспрессо, ну, это самое простое, просто ничего не взбиваете, просто нажали на кружечку, на эту, на кнопочку, и все. Ну, а я люблю, в принципе, капучино. Эспрессо тоже люблю, латте еще она варит, еще другие виды кофе, американо она тоже варит, поэтому незаменимо для тех, кто ценит кофе, кто его любит. Напишите в комментариях, пьете ли вы больше чая, либо кофе, что вы любите, у кого есть кофемашины. В общем, я все про эту кофемашину оставлю информацию под видео, если кому-то интересно, кто, может быть, планирует тоже себе приобрести. Так что спасибо всем за просмотр. Поставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм. Я буду рада общению с вами. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Буду пить кофе. Всем пока!